Не пропустите в подробностях недели. Я пошел бы с ним в разведку. Украинские спецслужбы получили право работать под прикрытием на Донбассе и в Крыму. Способна ли Украина создать такую же эффективную разведывательную службу, как Моссад? И что может этому помешать? Все подробности мы выясняли здесь, на месте, в Израиле. Коммунальный ад. Это сколько надо зарабатывать в месяц, чтобы вот это вот все оплатить? Зона отчуждения по обе стороны границы. Ситуация в Украине. Там мертва якась зона, значит, где никто не живет. Бо радиация, это не відповідає дійсності. И в Беларуси. Ну, радиация же у нас. И все своего рода. Так я этой радиации не понимаю. Крым. Правда, которую мы узнали только сейчас. В наше распоряжение попали уникальные кадры, снятые украинскими военными внутри окруженных воинских частей. Как решалась судьба Крыма? Кто виноват? И что можно было сделать иначе? Все, о чем говорят и спорят, в подробностях недели. В это воскресенье, 20:00.